Друзья, всем привет! Смотрите, это у меня жареная рыба. Рыба называется путасу. Вот это вчера я ее пожарил. Вот еще сегодня осталась целая тарелка. Ну и сейчас будем с вами кушать. В общем, друзья, приятного аппетита вам. Вот такая рыбка. Очень вкусная. Очень вкусно. Я обожаю жареную рыбу. Вообще. У меня это прям вкусняшка. Вкусненько. Это недорогая рыба. Вот. Но тем не менее, тоже очень вкусная. Это мы вчера ходили с Женей в магазин. Я думаю, ой, надо рыбки купить. И купил. Очень вкусно. Вот такая, видите, она зажаристая. Очень аппетитная, очень вкусная вообще. Обалденная просто. Я, знаете, люблю рыбу и с картошкой пюре, и, допустим, просто вот так поесть жареной рыбки. Это очень вкусно. Вообще хорошо пожарилось. Ну, я люблю готовить, друзья, мне нравится. Вот я от готовки получаю удовольствие, мне нравится вот именно сам процесс готовки. Вот. Ну, естественно, и потом результат тоже нравится, когда ты кушаешь вкусную еду. Это очень вкусненько.
Смотрите, какая красивая зажаристая рыбка. Аромат какой обалденный. Тут костей не очень много. Это рыбе так. Косточка вот так просто снимается. Вот так и все. Хвостик. Хвостик вкусный. Жареная рыбка путасу. Очень вкусная. Такая рыбка. Я ее когда жарил, я ее порезал напополам, ну, чтобы она в сковородке поместилась. Вот так выглядит. Такая замечательная рыбка. Обалденно вкусно, просто вообще нет слов. Так что, друзья, даже недорогая рыба может быть очень вкусной. Смотрите, какая красивенькая. Зажаристая, хрустящая такая.
Да. Как приятно, когда готовишь именно собственными руками, да? Ну, вдвойне именно приятнее, да? И вдвойне потом эта рыба вкуснее, когда приготовил ее сам. Сам купил, сам почистил, сам пожарил. Кушаешь, говорю, да, ты иди кушай. Да, очень вкусная рыба такая, вообще прям. Как ты хотел, да? Много. Целая тарелка. Я обожаю рыбу. Друзья, ну это вот был вот такой мукбанг с жареной рыбой. Ну а вам огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Хочу пожелать вам счастья, здоровья и удачи. Все, друзья, всем пока и до скорых встреч.